Gordi ancora, attaccato, perde palla Gordi, senza fallo, la recupera il pallone Gargano, viene avanti, forza, forza Gargamella, vieni avanti, non fermarti, non fermarti Napoli, 47-30, vai Matador, vai Matador, vai Matador, una delle due Matador, gol! E intanto abbiamo anche rivisto il salvataggio di Gianluca Grava, netto e pulito. Che gol! È finita! È finita! Secondi in classifica! Смотреть повтор. Подача, да, вратарь, видите, слегка вышел, на выходе уже сыграть не может, и удар по воротам, по-моему, это дает Лопес, нет? Кто мяч коснулся? Или Маджи? Да, и Матос не выиграть Лигу Европы. Опасная ситуация. Игуаин неплохо мяч обработал. Что дальше? Он штрафной в окружении двух защитников. И вот такое вот решение. Опять хороший пас на Игуаина. Удар. Здорово играет. Вот в эту ситуацию поднять голову. Подает. Мяч выбивает Чебелячко. Да, подборы стали проигрывать раз за разом во втором тайме футболисты Днепра. В первом тайме, чтобы так часто... Пожалуй, такого не было. Дуглас. Дуглас играл не только с Наполи. Знаете, я смотрю статистику матчей в Италии. Днепр проиграл все игры. Вот момент, удар и гол. Будет это. Первое касание и гол. Голевую передачу делает Артем Федецкий. Ребята, которые прошли через школу...